Донбасс объявляет блокаду Украины, заявил сегодня глава ДНР Александр Захарченко. Он сообщил, что раньше народные республики вынужденно продавали Киеву уголь, чтобы платить зарплаты и пенсии своим гражданам. Но украинские радикалы сами перекрыли эти поставки и спровоцировали окончательный разрыв торговли. С подробностями наш специальный корреспондент в Донбассе Артем Кол. Теперь экономика Донецкой Народной Республики будет полностью перевернута на восток и будет работать только с Российской Федерацией и другими странами. И с Украиной никаких связей ДНР больше иметь не хочет и не будет. Нужно отметить, что это еще один шаг в сторону удаления и отдаления от Украины. Страна должна развиваться не только в военном плане. Да, мы построили армию, мы должны строить нормальную экономику. И блокаду, которую сделала Украина, ну, я думаю, что Порошенко, когда эту блокаду там тайно ввел, он просчитался. Это была его стратегическая ошибка. Он хотел обескровить ряд олигархов, а обескровил свою же страну. И с этим и связано было то, что мы вводим эту блокаду. Это нормальный шаг, который был сделан, самое главное, вовремя и в нужное время. Все предприятия, которые до 1 марта принадлежали украинским властям и отправляли все налоговые отчисления, а также всю выручку именно в Киев, а работали здесь, в Донбассе, все перешли сейчас под управление Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. При этом сейчас довольно сложная ситуация складывается на линии соприкосновения. До сих пор украинские силовики пытаются обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Вот сегодня в 9 часов 45 минут произошло событие, конечно, выходящие из ряда вон, так как украинские силовики обстреляли миссию ОБСЕ, которая пыталась приехать вместе с саперами МЧС ДНР на фильтровальную станцию, которая уже больше недели не работает, опять-таки из-за украинских обстрелов. Сегодня планировалось проведение работ по разминированию территории Донецкой фильтровальной станции, но из-за обострения ситуации на линии соприкосновения данные работы не были проведены. То есть мы подъехали, практически были готовы проводить работы. В это время завязался бой, вследствие чего был сбит беспилотник ОБСЕ, и после этого работы были прекращены. В таких условиях сегодня работают представители фонда «Доктор Лиза», которые сегодня еще одну группу тяжело больных детей из Донецка отправили в российские больницы. 11 детей. Вот у нас до года 6 детей, от года до 6 – 3 человека, и остальные вот по категориям. Кардиохирургия, офтальмология, онкология. Маленькая порог сердца очень. Ну, надеюсь на Бога и на людей, которые добрые люди в России. Я надеюсь, нам очень хорошо помогут. Я на это очень надеюсь и хочу это. Как говорят в фонде, как только детям проведут все операции, они уже пойдут на поправку, они обратно вернутся сюда, в Донецк, в свои дома. Ну а при этом в фонде подтверждают, что сейчас готовится еще одна группа детей, тяжело больных, которые в ближайшее время также может отправиться в российские больницы. Артем Кол, Михаил Виткин и Александр Пономарев. Вести, Донецк.